Я считаю, что мне повезло лично первый раз. Не часто исполнитель подобного уровня балует уже совсем в конец изведенного талантом окружающих московского, понимаете, зрителя. Этого человека поцеловал Бог в связке. Я несколько ревную, чтобы на казахской земле, здесь, в горах, а не там, в далекой Италии, родился вот подобного рода мощнейший тенор, которому я лично перед Путиным буду ходатайствовать, чтобы четче понимал, что он поет, прежде всего, и на русском языке тоже. И это наше общее достояние, это наше общее культурное достояние. Встречайте на сцене Батырхан Шукенов! Салем Алматы! Хайрлы кеш, құрметті достар, добрый вечер, дорогие друзья. Мне очень приятно быть сегодня здесь, в родном городе, с моими друзьями. Спасибо вам огромное, дорогие мои алматинцы, что вы сегодня здесь поддержали нас. Спасибо вам за вашу теплоту и за вашу любовь. Спасибо!